За противопожарными источниками воды в регионе следят недостаточно. Эту проблему обсудили в рамках областной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Сотрудники МЧС пожаловались, что с начала 2019 года при тушении и возгорании в регионе выявили 67 случаев неудовлетворительного состояния источников водоснабжения. Худшие показатели в Петушинском, Киржачском и Ковровском районах. За первое полугодие надзорные органы рассмотрели 33 административных протокола. Должностных лиц и обычных граждан, ответственных за содержание источников воды, оштрафовали на сумму 210 тысяч рублей. Недостатки проверяющие выявили и в населенных пунктах, окруженных лесами и полями. В случае природных пожаров там есть риск перекидывания огня. Однако обнаружилось, что несколько водоемов нужно углубить и очистить. В 44 населенных пунктах водоемы не оборудованы пирсами для установки пожарных автомобилей, в 27 нет указателей направления, а значит непонятно, куда и сколько ехать спасателям, чтобы набрать воды для тушения. Кроме того, во многих муниципалитетах плохо содержится пожарные гидранты и водонапорные башни. Всего на территории области находится 525 населенных пунктов, в которых отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения. Уважаемый представитель органов местного самоуправления, отмечаю, что работа по обустройству наружного противопожарного водоснабжения в безводных населенных пунктах вами проводится крайне слабо. В связи с чем прошу на это определить особое внимание, обратить.